Вот перед вами, собственно говоря, соломорезка КР-02. Вот. Красивая, хорошая, современная. Изготовитель Урал Спецмаш. Город Миасс. Вот. Челябинская область. Россия. Имеет хороший современный дизайн, вид. Вот. Электрооборудование. Вот. Технические характеристики этого чудо изделия написано. Значит, КР-02 работает от 220 вольт, данное вот это изделие, есть еще от 380. И измельчение сена соломы заложено в его деянии. Производитель говорит, что 120 килограмм час вот. Он должен измельчать солому, сено, вот, 120 килограмм. Вот попробовали мы в той комплектации, которая дается производителям, добиться этой производительности. Значит, какая комплектация? Значит, корпус. Вот корпус. Вот. Сверху одевается бункер. Единственное, что я его не устанавливал, он не слишком удобен в работе. Решетка с ячейкой 25 на 25 миллиметров. Вот она установлена вот здесь. Только уже модернизированная. Здесь уже не 25 на 25. Это вот так вот. 25 на 25 миллиметров. Вот. А получается где-то 7,5-8 на 25. Я расскажу, почему ее пришлось переделывать. Вот это все входит. И вот этот вот щиточек, отбойничек, входит в комплектацию. Двигатель 220 вольт, 1,5 киловатта. Значит, при загрузке сена, соломы в этот бункер, значит, происходит измельчение соломы, но при ячейке 25 миллиметров на 25 миллиметров все это происходит очень долго. Вот. Да, фракция мелкая, но очень долго. И 120 килограмм в час, как говорит производитель, не получается. Не получается никак. Вот. Чуть больше соломы дашь, ножи не справляются, вязнут в соломе, останавливается, приходится выключать, вытряхивать. Что еще здесь? Вот внутри здесь, видите, вот они, ножи там крутятся. Сейчас поставлено раз, два, три ножа. Два больших и один маленький. Вот. Значит, ну, судя по чертежу, вот, сверху это ворошитель, короткий нож. Он как и ворошитель выступает, и в то же время имеет остро заточенные грани, измельчает. Вот. А внизу два длинных ножа. Но вот если на чертежах, вот, на нижнем ноже есть вот такая штучка, метельник называется. Вот видите, вот здесь вот один, и вот тут вот второй вот он. Вот они тоже показаны. Для чего они сделаны? Они создают воздушный поток, завихряющийся, который силой выталкивает солому из этого агрегата, измельченную. Вот. На этом чудо-агрегате метельники отсутствуют. Посчитали, что они лишние, хватит ножей для создания воздушного потока. Но ножи плоские, это не пропеллеры. Они создают воздушный поток, но очень слабый. И пробиться через эту решетку быстро солома не может. Да, она измельчается. Мне пришлось убрать лишние перегородки на этой решетке, поэтому получилось
где-то 75 миллиметров на 25 миллиметров ячейки. Вот. И то довольно-таки часто происходит забивание вот, измельченной соломой. Дальше. Вот этот отбойник, верхняя часть, не дает соломе разлетаться вверх. Хорошо, согласен. А вот нижняя часть, видите, мне пришлось ее подрезать и отогнуть. Она была ровной полочкой. Вот за счет слабого потока, вот, воздушного, вот на этой полочке скапливалась измельченная солома. Вот, и затрудняла без того вот, плохой выброс соломы измельченной из этого агрегата. Пришлось подрезать и отогнуть вниз. Работа несколько улучшилась. Вот пока провел две доработки. Отогнул эту планку и увеличил ячейки. Вот. Величину этих ячеек. Вот. Но пришел к выводу, что надо взять пластину, самолично вырезать ячейки большего размера. Вот. Чтобы более эффективно она измельчала всю эту солому. Вот. На фракцию величину рубленной соломы вот, это мало влияет вот, в принципе в пределах той нормы, которая мне нужна вот. Но постоянно приходится палкой очищать эти отверстия от налипшей соломы. Планирую также установить все-таки метельники, как они и должны были здесь.